Итак, на встречу съездов народных депутатов 22 года. Первая передача уже была, по-моему, не знаю, может еще какие-то передачи были, но во всяком случае в моем эфире это вторая программа из этой серии. И те, кто не особо знают, о чем мы говорим, мы сейчас вам все расскажем, но сначала давайте такое небольшое видео представим нашего гостя. Марк Фейгин – российский оппозиционер и известный юрист. В 1989 году вступил в первую оппозиционную партию СССР – Демократический Союз. А в 1994 стал самым молодым депутатом Государственной Думы России. Принимал участие в спасении российских военнопленных во время Первой Чеченской войны. В нулевые вернулся к адвокатской практике, которую начал в конце 90-х. Получил широкую известность благодаря делам «Пусси Райот», Надежды Савченко, Мустафы Джемилева. В 2012 году вошел в число 20 самых влиятельных мужчин года в России по версии журнала GQ. В 2018 году представил Атлантическому совету в Вашингтоне список Путина. Против граждан России и других государств, которые там упомянуты, он предложил ввести санкции. В том же году Совет адвокатов Москвы лишил Марка статуса адвоката. Позже его признали иноагентом, и оппозиционер был вынужден покинуть Россию. Благодаря своему YouTube-каналу стал одним из самых известных публичных противников путинского режима. Ну, такая история. Марк Фейгин у нас в гостях, по связи, в привычной обстановке. Обычно вот такая вот мизансцена, она довольно типичная. Добрый день, Марк. Рад приветствовать, Матвей Юрьевич, рад приветствовать. Значит, разделим условно нашу передачу на две части, потому что это не просто ваш обзор и ваше высказывание мнения по поводу той ситуации, которая происходит, но и одно важное событие, которое было в заголовке и которое называется «Съезд народных депутатов». Давайте сделаем так. Не я объясню, что это будет, а вы объясните своими словами, что это будет, что это, вот чисто информационно, что это за съезд народных депутатов, какие задачи этого съезда, потому что кому я не говорил, они мне говорили, подожди, это чего, они возвращаются в минувшее, но ведь оно безвозвратно ушло, так они говорили, но я думаю, что Марк сейчас вам, уважаемые зрители, объяснит, что это не совсем так. Ну, в общем, это инициатива ряда депутатов. В такой импровизированный оргкомитет вошли по инициативе Ильи Пономарева, я, Геннадий Гудков, ряд еще людей, которые в прошлом были депутатами, сохраняли свой статус, были лишены его, либо, так сказать, уже с законченным сроком. Почему? Они, вот эти все люди, решили каким-то образом провести мероприятие, которое ставит свою задачу, в общем, поиск нового альтернативного центра, источника, если хотите, легитимности, помимо того, которым обладает нынешняя власть в Кремле. Но это первая попытка, это сразу надо говорить, потому что многие критики уже этой публичной инициативы обвиняют в том, что невозможно принять на себя произвольную легитимность, самовызваться. Да? Вот мы теперь такие и все. То есть нужно ее все-таки от кого-то получить. И это, конечно, существенная проблема, которая, видимо, будет решаться дальше. Но первая эта инициатива нужна для того, чтобы возникло центр притяжения людей, которые могли бы ориентироваться на нечто другое, кроме того, что делает власть в России. Ну, этому, конечно, объективные обстоятельства поспособствовали. Если бы не война, наверное, все бы так и продолжалось вялотекущим образом, как это происходило в русской эмиграции, политической эмиграции все 10-е годы, начало 20-х уже лет, когда есть просто группы, концентрирующиеся вокруг каких-то известных имен, людей, которые собираются, обсуждают, но, в общем, мало что могут сделать, потому что связи с Россией непосредственно внутри очень слабые. Очень слабый. Ну, потому что дело даже не в том, что невелика поддержка, а в том, что карательный аппарат репрессии, в общем, вполне себе сущностная основа, тоталитарная основа нынешней власти не позволяет никакой активности. Ну, она чревата. Этому прекрасно отдаю себе отчет. Поэтому попытка создать вне всякого контроля за пределами России такой центр легитимности отдельный, альтернативный, кому как нравится, это вот
такая попытка сейчас предпринимается. Почему депутаты? Ну, депутаты носители каких-то хоть и прежде, но функций, которые представительскими являлись, да, их наделяли их избиратели. Конечно, хорошо бы, как было бы сейчас действующих депутатов из Государственной Думы перевести куда-то, и они бы создали этот центр двоевластия, скажем так, вне пределов контроля Кремля и так далее. Но это невозможно, потому что нет давно парламента в России. Нету как раз серьезного представительства. Я уж про законодательные функции не говорю. Все это под отделы очистки, как мы говорим, так сказать, кремлевского администрации президента, которая спускает проекты решений, а они просто затверждаются в этих федеральных собраниях. Поэтому вот эта попытка, она пока слабая. Она пока, скажем так, больше надежд несет с собой, нежели, в общем, что-то определенное. Это как бы попытка подискутировать и принять какие-то решения, которые могли бы обеспечить легитимность дальнейшего. Это мой взгляд уже. Об этом я вот говорю от себя лично. Потому что все же я считаю, что, и я об этом не раз высказывался, что в дальнейшем этот орган не может стать органом там, типа учредительного собрания или нового законодательного органа, или иного какого-то, да, представительного органа. Он может только помочь осуществить вот такие выборы, которые должны пройти в неподконтрольной Кремлю нынешней власти территории. А эта территория, она виртуальная, то есть другой ее нет. Россия, она в границах своих не позволит осуществить там какую-то предвыборную кампанию, на мой личный взгляд. Хотя я думаю, что все это понимают. Значит, нужно, чтобы этот орган создал правила, обосновал их и предложил какому-то абсолютно независимому аудитору, то есть какой-то западной компании, такие есть, провести такие выборы. Значит, регистрировать, реализовывая активное избирательное право потенциальных избирателей и пассивное, тех, кто хочет в такой орган избраться. И это могут быть абсолютно разные люди со свободным доступом к возможности баллотирования и так далее. Это, как вижу я. Как это видят остальные, мы не знаем, потому что у каждого свое видение. Там соберутся десятки людей, депутатов, которые, возможно, по-другому будут рассматривать вопрос легитимности. Но, на мой взгляд, это главное, что я бы выделил. И я думаю, что даже если эта инициатива там сильно куда-то не продвинется, то она даст старт обсуждению, дискуссии о том, как из положения, в котором находится нынешняя Россия, могут помочь выйти те, кто видит ее совершенно альтернативным образом развивающейся. Не так, как ее видит нынешний Кремль, Путин и его окружение. И мне кажется, что это очень полезно и важно. В любом случае, это к чему-то да приведет. Марк, ну, поскольку вот эта программа, она посвящена вам крупным планам, то давайте продолжим немного, вы расскажете ваше мнение по поводу самых разных вещей. Тут был у меня Илья Пономарев, собственно, с него я начинал этот цикл. И я его спрашивал и про то, какое должно быть государственное устройство Российской Федерации. Например, должна ли быть президентская власть, или, например, это должна быть парламентская республика. Какие должны быть, например, судебные органы, что вам ближе. Должны ли сохраняться они в своей нынешней структуре и соподчинении, или, например, нет. Очень меня заинтересовала его позиция по поводу того, ну, я бы так сказал, нового федерализма. То есть, другими словами, разная степень вовлеченность в общий центр территории Российской Федерации. Потому что сейчас, вы знаете, сейчас говорят только о развале, о том, что все разбегутся и так далее, и так далее. Не очень в это верится, но должны же быть какие-то новые принципы. Вот я обозначил хотя бы вот эти 3-4 пункта, и мне хотелось бы знать ваше мнение, потому что это действительно серьезная, высокоэнергичная, энергетическая дискуссия. Ну что же, я выскажу свою личную точку зрения. Она плод моих давних размышлений и дискуссий, отчасти и моих высказываний. И если кто следит за моим каналом в YouTube, они, в общем, более или менее осведомлены. Но я могу суммировать это. Я, в общем, по долгому размышлению сделал первый главный вывод. Ничего из того, что есть в нынешней России, остаться не должно. Из нее нечего брать в будущую Россию, переучрежденную Россию. Ну, тут многие говорят, какой должна быть новая Россия. Нечего взять. Ни вот то, что касается судов, ни парламента, там, ни системы ФСИН, ни ФСБ, ни армии. Ничего. Вообще ничего. Нет ничего, что стоило бы сохранить в качестве какого-то ценного наследства. Я этого не вижу. Поэтому, конечно, это должна быть и новая конституция,
и новые принципы строительства государственности, новые цели и задачи национального строительства, новый федерализм, новое понимание системы разделения властей и все остальное тоже. Вот это важный принцип. Ничего, что было прежде, не должно остаться. Ничего. Я понимаю, как многие критики скажут, что это снова до основания. Но так ведь проблема заключается в том, что новое так и не выросло, не сложилось. Ему не дало это старое изменить облик страны и в 90-х годах, и позже. Ну, позже уже надежд не было. Поэтому нужно этот акт, недосовершенный в начале 90-х, да, в новом издании, что называется, осуществить. Для этого, я думаю, что, конечно, нужно пройти путь от учредительного собрания, которое может стать единственным легитимным органом, задача которого исключительно принятие новой конституции, вот, проект которой, с моей личной точки зрения, должен предполагать отход от прежней президентской республики, или как ее называли раньше, когда в 93-м году конституция принималась, суперпрезидентской республики. Нужно переходить к парламентским формам. Я все-таки склонен думать, что сочетание федерализма именно с парламентской демократией, это то необходимо, что России необходимо. То, что нужно. В нынешнем виде, да, я считаю, что президентская власть должна свестись к полномочиям, которые строго ограничены, касаются нескольких буквально сфер государства, а в общем ответственное правительство, формируемое большинством парламента, именно и будет тем органом, который будет отвечать перед обществом за осуществление государственной политики в сфере исполнительной власти, прежде всего, ну и в прямой связи с властью представительной, законодательной, да. Значит, это может немного напоминать, очень немного напоминать французский вариант, где тоже есть выборный президент, но и правительство, формируемое большинством парламента. Тем не менее, должен этот баланс быть в пользу парламента, а не президента. Тем не менее, не уравнены, а именно в пользу представительного органа, потому что по-другому уже попробовали и видели, к чему это все приводит. Мы уже пробовали, и так, и сяк, и едок. Поэтому я думаю, что время пришло, когда от этой прежней модели стоит отойти. Что касается федерализма, это самая болезненная тема, потому что процесс полураспада уже идет на самом деле. Он не то, что где-то маячит в качестве перспективы, он уже идет. Мы сохраняем после распада СССР в 91 году государственность, в которой титульная культура составляет 80% русские, 20% остальные. Но если будем соотносить с территориями, то территории, которые занимают народы нетитульной культуры, скажем, не русские, скажем так, да, их принято называть автономией, национальным меньшинством, кем угодно, это значительная часть территории России, при том, что она составляет 1/9 часть всей планеты, это все-таки 17 200 000 квадратных километров. Вот этим народам в будущем государстве надо дать возможность добровольно покинуть или остаться внутри этой большой общности. И те народы, которые не захотят, да, остаться в ней, должны спокойно покинуть этот будущий федеральный союз. Это должно быть однозначно не просто, а сложно устроенное государство, которое может допускать как федеративные формы, так и конфедеративные формы. С моей личной точки зрения, Конституция должна давать такую возможность, тем самым это и будет инструментом возможного сохранения столь желаемого многими единства России. Простите, вот тут я вмешаюсь. Вы можете привести пример подобного государства? Это для зрителей, чтобы им было понятно, что там вы сказали модель, возможно, ну как во Франции. А вот да. Здесь модель как где? Вот если мы говорим о принципах строительства вот по части национальной независимости и автономности входящих республик, это автономия, отчасти это будет Швейцария и Германия, напоминающие их вот в соединении вместе. Потому что Швейцария, как известно, кантоны являются по сути, по форме тут можно спорить, конфедерацией. В Германии земли это федеративное устройство, которое может сочетаться и с тем, и с другим. Какие-то народы, нации, республики, которые не захотят иметь более тесные отношения с России как федеральный центр, могут позволить себе именно конфедеративный статус. А те народы, которые, в общем, не нуждаются в этом, в силу многих причин, может быть, отчасти материальных, содержание армии, содержание службы безопасности и так далее, вполне себе передадут эти полномочия федеральному центру.
А зачем, простите, еще одно, вам как юристу, вот это, ну, федерация, это все понимают. Да. Я, понимаете, мы должны развернуть нашу беседу на зрителей, чтобы они понимали, о чем идет разговор. Вот федерация, люди привыкли, они понимают, что Российская Федерация, она на самом деле унитарна, она не федеративна. То есть, да, все это понимают. Но вот вы сказали, вот есть, будут территории, которые, например, хотят быть конфедеративны, то есть максимально отделены во многих-многих сферах, почти во всех, от Российской Федерации. Вопрос, а для чего им тогда центр Российская Федерация? А потому что в современном 21 веке все гораздо сложнее устроено. Допустим, многие государства могут сохранять независимость по части обладания приоритетом в области безопасности, сохранять его, да, но вполне согласны иметь единый эмиссионный центр и пользоваться валютой. Мы нечто подобное видим в взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки, являющихся федеративным государством, с какими-то отдельными территориями, которые являются ассоциированными, ну, Пуэрто-Рико и так далее. То есть, если при определенных обстоятельствах Чечня, а это болезненный вопрос, да, исторически болезненный, захочет добиться своей независимости, надо дать эту возможность. Но, возможно, можно предположить, что хоть Чечня, хоть Дагестан, ряд других государств захотят сохранить какую-то форму, форму единства с бывшей метрополией. И это могут быть любые, потому что конфедеративная связь предполагает возможность существования единого экономического механизма, финансового механизма, но не предполагает единого механизма, так сказать, государственного. Вот и все. Я хочу подчеркнуть, что если там есть многоженство, если там есть законы шариата, да, которые вполне могут быть являться основой вместо Конституции Российской, то это надо институализировать, а не прикрываться Российской Конституцией и дать возможность существования вот этой бинарности, которая очень опасно влияет и на тех, и на других. Потому что для России это неприемлемо, потому что этого не предполагает ее основные законы. А для этих стран, в которых, ну, республик пока, в которых это является, значит, основой, канонической, подчеркнем, основой существования, поскольку ислам все-таки это каноническая система, то они, в общем, не могут жить по законам, по которым живет титульная культура. И здесь нужно найти форму, как это все примирить. А если невозможно примирить, то и не надо примиряться, лучше жить отдельно. Вот мое такое мнение. Хорошо, вот вы затронули вопрос территорий. И, как принято сейчас говорить, в связи с мобилизацией, они очень пострадали. Вот, как принято говорить, национальные окраины. И мы знаем с вами, что происходит на этих национальных окраинах. Какие взаимоотношения должны быть, например, с Якутией? Хорошего. Да, где свои полезные ископаемые, которые центр, безусловно, не захочет отпускать. Да? Да. Или, например, Башкортостан, у которого в земле тоже очень много всякого интересного лежит. Как вы это себе представляете? А кто владелец недр? Это и есть вопрос ключевой относительно федерализма, конфедерализма и других вопросов. Центр думает не так. Во всяком случае, нынешний центр. Нынешний центр вообще все, вообще он не так ничего думает. Он вообще думает, что это подневольное население, которое должно горбатиться с утра до ночи, а они с проститутками отдыхать на Лазурном берегу. Давайте не будем иллюзий питать, а грубим этот вопрос. Мы все прекрасно понимаем, мы не дети. А вот эти народы, и даже в том числе и, так сказать, элиты в этих республиках, тоже не будем их отделять, они думают по-другому, в общем. И в душе бы хотели бы обладать всеми теми богатствами, которые делают их самодостаточными. А горькость этой ситуации заключается в том, что нужно признать за этими народами, которые населяют эти территории, право распоряжаться своими недрами. И это должно быть, ну, для конфедеративного устройства очевидным, а для федеративного новым, такой новеллой, которая должна быть реализована. Недрами распоряжается не вся страна или не одна Москва, как это часто говорит, а те народы, которые проживают на этих недрах. Пример конкретный. Вот посмотрите, что происходит на Аляске, в Соединенных Штатах Америки. Аляска такая, в общем, территория, достаточно отделена другим государством, Канадой, богата ресурсами, нефтью, всеми другими ископаемыми. Столица Альбукерк, если кто не знает. Каждый получает процент от эксплуатации недр и не в пользу федерального центра, а вот конкретно штата Аляска. Граждане там имеют право на часть доходов, которые получают из недр этой земли,
граждане, живущие именно на этой территории. Это не национальная характеристика, там живут разные люди. Не только алеуты, там живут просто обычные англосаксы, американцы и так далее. Но, еще раз повторяю, те народы, которые живут на этой земле, имеют на это право. Прежде всего, они на эти недра. Они платят налоги, конечно, положены им федеральные налоги, но все-таки недра принадлежат этим народам, этим территориям. Вот то, чего Россия никогда не было. Никогда в России ничего этого не было. А это должно быть. И тогда вообще появляется мотив для сохранения этого единства, понимаете? Обладая всеми возможными правами, народам сложнее задумываться о самостоятельности, потому что это несет разные риски и так далее. Мы видим Великобританию, посмотрите, сколько раз голосования были. Шотландия отказалась, тем не менее, большинство от отделения, от сепарирования от Великобритании, так? А ровно потому, так же как в Испании такие же вещи проходили, потому что велики полномочия территории, очень велики. При том, что там немного другое устройство. Это конституционная монархия, и тут как бы есть свои традиционные аспекты, которые, в общем, всегда дискуссионные, очень острые, но тем не менее решаются. В России ситуация другая. Это обширные территории, безмерные и бескрайние, которые удерживать из единого центра, как выяснилось, в 21 веке невозможно. Их можно удерживать только железной цепью, подчинение, миска, кружка. И вот на этой цепочке сидит все население России. Вот от этого надо раз и навсегда отойти. А это произойдет ровно в тот момент, когда люди станут хозяевами земли, на которой они живут. Во всех отношениях. Они должны распоряжаться этой землей. И федерализм именно это и предполагает. Федеративное устройство именно это предполагает. То, чего никогда не было в России. Хорошо. Да? Теперь давайте чуть-чуть попробуем, так сказать, помечтать. Даже если уйдет Путин, хотя в это тяжело верится по известным причинам, значит, все его мимикрирование когда-то, ну, тем не менее, когда-то закончится. Кто-то должен быть реципиентом ваших идей. Вот, например, там будет какое-то заключительное коммюнике или будет написана интересная теоретическая работа, такое саммари, знаете, серьезное, где будет все изложено. Так сказать, это вот, ну, который будет называться, например, «Новая Россия», да, или как у Навального «Россия будущего», «Прекрасная Россия будущего». «Будущая Россия» называется. Да, «Будущая России». Кто-то должен быть реципиентом, и кто-то должен взять это на вооружение. То есть должна быть какая-то ответная сторона, которая возьмет эти бумаги, их прочитает, и у которой забота о государстве будет превалировать над заботой о собственном кошельке, даже в случае какой-то преемственности. Тем не менее, мы с вами знаем довольно печальные прогнозы о том, как будет передаваться власть. Даже все ее модели какие, даже удар табакеркой или Дмитрий Патрушев или что угодно. Кто эти реципиенты? Каким образом это имплантировать в тело России? Хороший это вопрос. Во-первых, надо оговориться о том, что все эти прекраснодушные идеи, да, несколько выглядящие абстрактными и отвлеченными, наблюдая за тем, что из себя представляет нынешняя путинская Россия и что в ней происходит, и что с ней происходит. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что многое из того, что не только я говорю, а любой другой говорит, можно осуществить только железной рукой. Увы, свободного процесса, при котором старт, во всяком случае, для того, чтобы Россия изменилась, можно осуществить только волевым образом. К сожалению, иллюзий здесь питать не надо, потому что, когда я говорю, что нужно отказаться от всего наследства, нынешнего путинского наследства, да, значит, режима, я говорю в том числе и от людей, от всех этих Патрушевых и преемников, Мишустиных и так далее. Эти люди никогда ничего из того, что я сказал, не осуществят. Никогда из этого не сделать. В том числе, кстати, и национальные элиты в тех регионах, о которых я говорю, народов, которые должны стать хозяевами собственной земли. Поэтому этому будет, безусловно, предшествовать весьма жесткий, весьма жестокий процесс перехода, при котором никуда мы не денемся, некое просвещенное меньшинство сумеет осуществить эти идеи волевым образом. По-другому не получится. Взирая на состояние нынешнего, в общем, общества, то, что мы называем народом, да, мы видим, что там, говоря по правде, надежд мало, что там возникнет или получит поддержку такие инициативы. Иллюзий питать не надо. Проблема заключается в том, что если Россия так не будет переустроена, то мы скоро можем дойти, вообще это уже открыто же обсуждается, до ядерного
конфликта, термоядерной войны, да? То есть получается, что уговорами у нас нет в кармане этих десятилетий или столетий, чтобы перевоспитать народ, сделать из него хороший, который вдруг проникнется вот этими всеми замечательными идеями. Марк, давно мы с вами не были в эфире, я даже не знаю вообще сколько, даже не месяцев, а лет. Я очень рад вас поприветствовать в утре февраля. Я, безусловно, желаю успеха. Вы употребили слово «прекраснодушные идеи». Я категорически возражаю против этого, потому что нужно вопросом того, что будет после Путина, заниматься. И я очень рад, как журналист, и вам, и Илье Пономареву, и другим людям очень достойным, которые все-таки озаботились не только криками «Путин нехороший», вот когда-нибудь, а, собственно, что-то ударяют палец о палец, и не только, а даже что-то пишут, и это будет написано, это можно будет прочитать. Спасибо вам большое. Марк Фейгин был у нас в гостях. Ну что ж, дорогие друзья, программа наша подошла к концу. Канал «Утро февраля», тем не менее, продолжает свой эфир. Я хочу с вами попрощаться, напомнив, что я жду встречи с вами сегодня в 23 часа в моем YouTube-канале на передаче «Конопольская правда». Но напоминаю, помогите нам, подпишитесь, пожалуйста, вот вы видите, на наш Telegram-канал и подпишитесь, пожалуйста, на канал «Утро февраля». Этим вы нам окажете невероятную помощь, потому что нас будет видно в Ютубе, где, как вы понимаете, железная конкуренция. Ну что ж, до встречи.